В ритме бального танца кружатся прекрасные дамы и кавалеры золотого возраста. Для них это не просто увлечение, а целая маленькая жизнь. Активные долголеты сегодня посвящают все свое свободное время школе историко-бытового танца «Возрождение». Сейчас в коллективе более 150 человек. Это жители Химок и Москвы. Стараемся радовать зрителей, детей, бабушек, дедушек. Всех своими танцами. У нас школа именно серьезная, с хореографической подготовкой. И вот я наблюдаю результат. Бал «Времена года» – это старт недели активного долголетия. Участников проекта и всех желающих на протяжении 7 дней ждут творческие мастер-классы, уникальные концертные программы, в режиме нон-стоп проводить череду активных занятий. Инициатива сотрудников Дворца культуры «Родина». В прошлом году участниками стали более 600 человек. Мы думали, как бы нам выделить данный проект нашим учреждениям. И придумали неделю активного долголетия, когда активности для наших бабушек и дедушек во дворце становится в 3 раза больше. То есть на каждый день недели у нас запланирован минимум 1 мастер-класс, запланирована какая-то познавательная программа и, безусловно, вечернее развлекательного больше характера. Свое вокальное искусство продемонстрировал и хор русской песни «Химкинские зори». Его участники стараются не пропускать ни одно событие в рамках проекта «Активного долголетия». Также дарили прекрасные мелодии музыкальных инструментов и создавали положительное настроение народный коллектив «Духовой оркестр» Дворца культуры «Родина». Эти все коллективы, я говорю, они великолепно к ним молодежь относится и, понимаете, это все поддерживает. А это как раз такая категория людей, они очень это ценят, что их молодые вот так чтут и принимают и так далее и тому подобное. Вот. И у нас очень много мероприятий таких проходит. На встрече и все желающие. Такие творческие события позволяют пенсионерам найти занятия по душе, а значит проводить свободное время интересно и с пользой и, конечно, заводить новые знакомства. Приятно, когда вот такие вот активные, заряженные бодрой позитивной энергией бабушки, дедушки участвуют во всех мероприятиях, которые предлагает им городской округ Химки и показывают своим примером, что даже в таком мудром возрасте можно быть активным. На этой неделе в Химках также пройдут не менее захватывающие события. Люди золотого возраста смогут попробовать себя в создании абстрактного искусства, поучаствовать в караоке-баттле, насладиться просмотром кинофильма. Встречи организуют в стенах Дворца культуры «Родина» и выставочного комплекса «Артишок». И по факту, когда все заканчивается, это радость от того, что свершился маленький праздник. Свершилось чудо, чудо творчества, которое каждый раз мы радуемся дарить людям. Активное долголетие – программа губернатора Московской области Андрея Воробьева, которая реализуется с 2019 года. За это время для людей золотого возраста провели 1000 спортивных, творческих и образовательных встреч. Впереди еще больше масштабных событий. Активных долголетов городского округа Химки ждет насыщенная программа. В апреле для пенсионеров запланированы поездки в соседние муниципалитеты, а также экскурсии на ВДНХ и Патриаршие пруды. Анастасия Кравцовская, Вильфрид Демковский. Новости Химки ТВ.